Чтобы у вас был максимальный результат, нужно делать три вещи. Это очень важно, чтобы максимально был результат. Самое первое, сколько понял, сколько практиковай. Вот сколько ты понял, два раза больше вкладывай усилия, чтобы практиковать. Почему? Потому что если вы практикуете, вы начнете понимать, как это работает. Дело в том, что через некоторое время, спустя, например, полгода или год, вы ничего не помните, все забудете, то, что вы не практиковали. Человек запоминает только то, что он сделал, а все остальное просто забудет напрочь, навсегда. Поэтому, сколько вы смогли практиковать, это даст вам шанс прийти на новый уровень. Это очень важно понять. Поэтому, первое, что надо делать, каждый раз, когда мы проходим урок с вами, вы должны пойти к себе домой и максимально вкладывать усилия, практиковать сколько ты понял. Это понятное дело, что все то, что я говорю здесь, 100% невозможно усваивать. С первого раза тем более. Почему с первого раза это невозможно? Потому что даже у вас есть телефон, да? Телефон есть, вы его используете. Скажите, когда вы его купили, сразу все функции поняли? До сих пор есть некоторые функции, которые вы не знаете даже. Согласны? Есть определенные функции, которые вы до сих пор не знаете про них даже. Но они есть в этом телефоне, который у вас в руках, день и ночь чуть не спите с ним. Вот. Поэтому, значит, самая первая вещь, чтобы хорошо, максимально результат получать, надо практиковать. Вторая вещь, каждая лекция, которую вы слышите здесь, когда вы слышите, пойдете домой, я бы рекомендовал в течение месяца, у вас же запись есть, повторно два раза послушать эту запись. Вы должны найти время для этого. Найти время для этого. Почему найти время для этого? Я объясню вам. Вот, годы моей жизни научили одну очень важную вещь. Когда я был в долгах, я много работал над проектами, много работал, чтобы строить бизнесы. Ничего не получилось. Чем больше я работал в проекте или над проектами, проблемы стали еще больше. А когда я начал над собой работать, мне удалось изменить реальность. То есть вы должны себя делать приоритетным, чем ваш бизнес. Вторая важная вещь, чтобы максимально результат получать из этих учебах, себя сделайте более важным, чем ваш бизнес. Почему? Например, если вы не выделяете время для того, чтобы посмотреть и изучать видео повторно, я даю вам слово, что вы многие вещи мимо ушей пропускаете с первого раза. А когда вы хотя бы два раза прослушаете полностью эту информацию, которую вам давали в видеоуроках и так далее, у вас есть шанс больше практиковать. Третья вещь. Не делайте чего, что я вас обучаю, в одиночке. В одиночке вы не поймете, как это работает. Соберите всю свою команду и с самого начала переучите их, свою команду, чтобы ваша команда постепенно привыкала к новым изменениям. Вы до этого момента вели бизнес так, как получилось, как смогли и как вы знали. А теперь надо делать бизнес так, как надо, а не так, как получается.